Я хорошо помню все те стихи, которые когда-либо исполнил впервые, и где я их исполнил, где состоялась премьера той или иной песни. А вот это стихотворение, которое сейчас я исполню, я очень хорошо помню, как я его почувствовал, когда вот возникла вот эта интонация. Я работал в Германии, это было в феврале 92 года. Было очень холодно, было гнусная погода. Я работал там резчиком по дереву в Европа-парке. Европа-парк в это время обычно пустой, никого там не было, только вот мы делали какие-то работы для следующего проекта. Это была, кажется, швейцарская деревня, там что-то надо было резать. И гнусная погода, ветер, павлин откуда-то прилетел, залетел на эту крышу, я его оттуда лазил, потом снимал несчастного этого павлина. А вечером появилась вот эта песня. Добраться до края земли, где медленный снег о разлуке поет, и музыка меркнет вдали. Не плакать, бесшумно стоять у окна, глазеть на прохожих людей и что-то мурлыкать, похожее на «Ямщик, не гони лошадей». Цыганские жалобы, тюческий пыл, аляпьевское рококо. Ты любишь романсы, я тоже любил, светло это было легко. Ну что же, гитара, безумная грянь, попробуем разворошить. Нелепое прошлое, коли впрямь, нам некуда больше спешить. Часами шептать у окна нехитрые эти слова. Не плакать, бесшумно стоять у окна, глазеть на прохожих людей и что-то мурлыкать, похожее на «Ямщик, не гони